Карачаево-Черкесии продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в целях защиты населения от паводков в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Поручение отремонтировать эти объекты глава республики Рашид Тимрезов озвучил в ходе своего послания Народному собранию. Продолжаются работы берегоукрепительных сооружений на реке Кубань, в ауле Хумара, на реке Большая Лаба в селе Предгорная. Помимо этого, в рамках программы будут разработаны проектно-сметная документация по расчистке русел рек Абазинка, Овечка в Прикубанском и Джугутинском районах и в Черкеске. Руслоочистительные и дноуглубительные работы на реке Кефар, станице Сторожевой, на реке Хуса-Карданикская, станице Зеленчукская, на реке Карданик, станице Карданикской и ауле Кызыл-Октябрь, на реке Маруха, в селе Маруха.